разведка у нас, друзья, разведка. Сейчас пробиваем это место. Артем, прием. Прием. Ну что вы где? Я уже возле машины. Тут снега побольше, бы можно на лыжах кататься. Городище, ранний железный век. Навернутые холмы. Вот такая вот у нас разведка, друзья. Проходим десятки километров пешком. Сейчас беру левее и по вот этой покамись лесной дороге буду идти. Друзі, рекомендую перевірений магазин пошукової техніки «Фортуна». Магазин «Фортуна» – це широкий вибір офіційних металошукачів від відомих брендів. Великий вибір пошукових котушок будь-яких марок, пінпойнтерів та аксесуарів для пошуку. Продавці професійно підберуть металошукач під ваші фінансові можливості, проконсультують та нададуть поради в подальшому використанні. В наявності пошукова техніка на будь-який смак не тільки для новачків, але й для професіоналів. Обирайте свій металошукач і «Фортуна» буде на вашому боці. Посилання на інтернет-магазин та офіційну сторінку у Facebook в описі під відео. Ребята, всім привіт! Це новий випуск каналу «В поисках золота Україна». Вибрались ми покопатися з друзями в розвідочку, от в таке от замечательне місце. Такі тут валуни, камні, ліс навалений. Там вот внизу за моей спиной река течет. Места шикарные. Мы выехали поискать ранний железный век в разведке. Из находок у меня пока есть две пуговички. И вот смотрите, сейчас нашел вот кусочек вот такого вот какого-то то ли каменный нож обломанный. Что-то очень похоже на это. И визуальная находочка. Нашел вот половинку от гусеничного трака. Попробую забрать ее. Заберу ее с собой, в общем, что пробовать. Заберу с собой. Тёмыч у нас собирает металлолом. Поэтому придется мне это все тащить к машине. Разведка у нас, друзья, разведка. Сейчас пробиваем это место. И дальше будем переезжать по реке. Есть там у нас интересных три ручья, куда бы мы хотели попасть. Пока то, что мы ищем, здесь нету. Но где-то, я думаю, рядышком есть. Поэтому будем ходить в разведке. Сейчас на реке видел не лебедей, а этих лелеки. Лелеки, в общем, ничего они не улетели. Теплые края для меня странно. Белые и серые были лелеки. Вон эти чайки, смотри, или лебеди. Прилетели вон. Лелеки, по-моему, даже. А чего они не улетели? Прикинь, лелеки летают. Да, смотри, белые. Вот это прикол. И серые тоже. Офигеть. Класс. Иду искать. Возвращаюсь сейчас по этому горбу, пойду. И вот там вот где-то наша машина стоит, метров 300 где-то вернусь. И будем переезжать, в общем. Будут какие-то интересные находочки, вы все увидите, смотрите, не переключайтесь. Я думаю, будет интересно. Недалеко я отошел от трека, вот здесь вот сейчас его нашел. И смотрите, есть у меня находочка, друзья. Сначала подумал, что это проволока. А это не проволока, знаете, что это такое? Это детский обруч на голову, волосы держать. Прикиньте, какой-то ребенок здесь ходил и потерял, девочка. А может и не ребенок, может женщина какая-то или девушка. Вот так вот
потеряла с узорчиком. С узорчиком у нас обруч. Прикольно. Что не шейная гривна? Ладно. Заберу с собой его. Идем. Иду к машине. Там машина наша где-то. Места тут просто, просто шикарные. Холмы, горбы. Вот там вот такие тоже камней навалено. Место красивое. Ладно, иду, друзья, дальше. Смотрите. Пришел я к машине, друзья. Но что-то я смотрю, никого из моих пацанов нету. Интересно, где они делись все. Артем, прием. Прием. Ну что вы где? Я уже возле машины. Подходим к машине, нас тут трое. Я понял. Давай попробуем переехать на следующую точку. Ок. Слышу, где-то пикают в лесу. Места тут шикарные, конечно. Артем, а вы что-то нашли? Коля, два болта нашел и по монете нашли мы. Я понял, давай. Я нашел тоже советину. Где-то там летали эти. Хочу пойти посмотреть, может, сейчас вижу. Летали лелеки. Чего они не улетели в теплые края? Для меня загадочка. Такой бугор с той стороны интересный. Сейчас как-то дойду, покажу вам. Блин, чуть камеру ветками не сбил. Сейчас, друзья, дойдем до реки. Какой-то привальчик был, наверное, у охотников. Бревнышки поставили. С той стороны вот шикарные места, сейчас вам покажу. Смотрите, такой бугорочек. Вот это вот. И пошел такой вот склончик. Полянки есть такие вот интересные. И, кстати, та сторона, она правильная. Там у нас юг получается. Потому что солнце встает вот там вот. И целый день освещает вот эту сторону. Хочу до реки дойти. Смотреть, может, там где-то лалаки эти есть. Вот и река, друзья. Река. Вот здесь какой-то островок, заливчик. А, вон они. Сейчас мы тихонько подкрадемся. Я их, по-моему, там увидел. А нет. То не они. Река не замерзает у нас, друзья, это. Морозов не было. Места интересные такие. Не видно птиц, улетели, наверное. Ладно, идем к машине. Будем переезжать дальше. Переехали мы, друзья, на такое вот замечательное место. Ходим по здоровенным
холмам крутым, просто капец. Вот это вот городище сверху, ранний железный век. Там валы дальше идут. Красиво очень. Коляночку-то пряжечку нашел. Коляноч, покажи. Покажи пряжку. Еще сигнальчик есть. Тут такие крутые холмы, как бы отсюда не навернуться. Я тут сам чуть не улетел, Вот там вот река внизу течет. Это Артем тут. Тоже. Тут снега побольше, и можно на лыжах кататься. Да, можно тут чаю свернуть. А ну-ка, онлайн. Катушку не сломай, Колян. Дробь, потому что очень много дроби. Дроби очень много, охотники так шарахают, что просто капец. Да, дробь. Дробь. Так, покажи пряжку. Сейчас. Так фигачит слам. Там два шурфа с той стороны, Тёмыч говорит, видел. Я не думаю, что шурфы, потому что я думаю, что рвы. Кабаны? Сразу. Не, говорит, что шурфы. Фу, жарко ходить по этим холмам. Ага. Ну ихняя ж по-любому. Ну, может быть. Ну летает, смотри, еще калично летает. Язычок, правда, хорошо сохранился. И патина старикая. Слушай, она не серебряная, случайно? Так, мне кажется, там белый металл проступается. Ну, на серебре зеленая патина разве есть такая? Да. Ну, мне кажется, серебряная. Вот, смотри, язычок. Да-да, мне кажется, что тоже что серебряная. Прикинь. Тёмыч, прикинь, пряжечка, похоже, серебряная. Ну такая, да, калично такая, исполненная. Ну. Неаккуратно вообще. Думаю, полюбаться что-то их. Ну, сохранчик вообще, да, такой. Ну такой ничего, да. Сверху лежало, да. Вообще не просто сверху, а вообще вот, ну, не закопанная. Я думаю, что дожди размыли. Мне реально кажется, что она серебряная. Ну, да. Коляныч. Очень может быть. Ну класс. Я не знаю, что мы будем делать. Походим здесь и это. Бля, я бы вот там, тут, думаешь, одни скифы, блядь, кувыркались или кто-то? Сюда кто угодно мог. Не, ну да, мог. Я думаю, что река разливалась и сюда до низа доходила. И это у них такое было оборонительное сооружение. Сюда, слышишь, возьми его еще приступом, да, этот. Нет, так отсюда никто бы не брал. Просто им воды попить спуститься захотели, пошел... Кувыркнулся, блядь, в полете растерял. Простите, дети. Ладно, ну, я не знаю, я бы переехал, честно, в какое-то другое место. 15 минут, ну, блядь, давай, давай, ну, давай походим. Давай, давай, давай. Идем искать. Да, надо до прибора теперь подняться. Да, места просто... шикарные. Поселуха могла быть и с той стороны, Коляныч. Я не думаю, что там сильно круто для поселухи. Там еще круче, чем здесь. Они... Я думал, там возле ручьев, где ты говоришь, там пониже. Я думаю, что поселухи были возле ручьев. Андрюха к нам пришел. Ладно, идем искать, друзья. Городище, ранний железный век. Навернутые холмы. Вот такая вот красота. Вот там вот вниз пошел склон.
друзья, иду в разведке. Сейчас мы проверили два бугра. Ребята остались на первом. Я пошел проверил второй. Находок нету. Иду дальше. У нас по плану три ручья, которые заходят в реку. Колянчик где-то ходит по первому ручью. Я постараюсь пешком дойти до третьего. Тёмыч может меня где-то по дороге подберет, будет ехать. И там хутора стояли, я стрел по карте. Попытаюсь туда дойти. Мне, конечно, шагать где-то километр по лесу. Ну, иду, дорога такая вот лесная. Иду пока весь по дороге. Вот такая вот у нас разведка, друзья. Проходим. Проходим десятки километров пешком в надежде найти каких-то скифов или еще что-то. Ну, под скифом сегодня печалька. Можно было, конечно, поехать на то же место, где мы были, но хочется поразведывать какие-то новые места. Поэтому вот занимаемся разведкой. Так, надо посмотреть, куда мне идти. Потому что здесь перекресточек. Мне, наверное, нужно брать левее. Сейчас открою карту, вам покажу, куда мне шагать. Значит, карта моя, друзья. Я вот здесь вот нахожусь, где красная точка. А идти мне вот сюда, вот где синяя точечка. Сейчас возьму чуть-чуть левее. И пойду, не знаю, правда, как я там перейду этот ручей. Но буду как-то пробовать, в общем. Пойду. Сейчас беру левее и по вот этой пока весь лесной дороге буду идти. Дойду до места, покажу вам, что там и как. Смотрите.